Здорово, пацаны. Это видео я снимаю на вокзале. В другом городе. Уехал в другой город. Финиш. Могу вам показать. Вокзал. Ладно. Перейдем к самой покупке. А что покупка? Еще раз напоминаю, на вокзале снимаю. Купил их 7. Не какая-нибудь там китайская простушка. X2. Стоит приличную сумму, кстати. И вот. Когда приеду домой, я ее полностью открою. А на вокзале мне заняться нечем. Поезд долго ждать. Решил снять вот. Сама мышь. Коробочка. Коробочка на липучках. Вот липучки. Открываем липучки. Так. Вот эта кнопка, которая есть же, ДПИ переключает сверху. 6 скоростей. Груза съемные. Съемные груза. Сейчас, наверное, на паузу поставлю, раскрою ее и покажу груза, все идет. Еще раз повторяю, я на вокзале. Открываем. Открывается. Тут был скотч. Скотч тут, да? Скотч тут был. Открываем это сверху. Чем местные собаки кончились? Поэтому просто. Все, да? Смотрим. Мышь. Мышь. Снимается. Верхняя часть. Ноги. Вся. Ой, какая приятная на ощупь, приятная на ощупь, приятная. Сейчас. Смотрим. Провод жесткий. Смотрим вниз. Эти груза вот. Оригинальные груза тут находятся. Грузами, короче, вылазить тут не хочу хватать.